Всем привет! Сегодня у нас сошки для охотничьего ружья. Покупал я их в магазине Gear Best. Сейчас я о них кратенько расскажу. Распаковку я снимать не стал, потому что, ну, я распаковал, но выкладывать не стал, потому что, ну, и в дальнейшем, скорее всего, не буду я сам процесс распаковки снимать, потому что, ну, я думаю, что это не особо интересно. Вот, смотрите, имея вот такие вот сошки, покупал их не для себя, покупал их для своего друга, попросил друг ему на охоте. Отличное ружье нужно. Вот, сейчас давайте попробую их сложить, в каком состоянии они пришли. Вот так. Здесь. Оп. Самого ружья у меня нет, и поэтому, если получится, перед тем, как выкладывать ролик, я попрошу, чтобы либо кусочек видео, либо фотографию добавил друг мне, когда он прикрепит уже на винтовку. Вот. Ну, немножко рассказать о них я смогу. Пришли они вот такой вот коробке, без никаких-либо уведомлений. И здесь внутри тоже пусто, то есть даже нет никакой инструкции. Но, по сути, инструкция здесь и не нужна. Вот, смотрите, так это выглядит. Я так понимаю, вот эта вот штука подходит для любого типа планки Picatinny. Всех типов 20-миллиметровых, так написано в описании. Называется XL1. Вот здесь крепление за антапку. Вот здесь вот резиночка такая. Давайте посмотрим. Давайте я откручу немного. Вот. Крепится оно здесь. Вот так вот. Чтобы видно было. Все пришел он, все движущиеся части, там где нужна смазка, они смазаны. И вот давайте сейчас я затяну обратно. Даже видны куски смазки, вот например здесь. Я не знаю, как видно будет на камеру или нет, но они есть. Вот, пружины очень жесткие. Основной металл, вот эта вот основа, она металлическая, она магнитится. А вот эти вот трубки не намагничиваются. То есть они сделаны крепкие, все качественно, крепко сделано, но вот эти вот штуки не магнитятся. Крутилочка вот эта вот пластиковая. И резиночки, то есть на ножках, на концах резиночки. И довольно-таки классно сделан, жесткая резина. То есть они сделаны из резины, жесткая. И вот здесь шпонки или шпильки, не знаю, как их назвать правильно. Вот они держат эту резинку. То есть резинку можно заменить. Вот такие вот дырочки. В сложенном состоянии, то есть в сложенном состоянии, он 6 дюймов, это 152 миллиметра. Полностью разложенный, вот так, то есть он раскладывается, и вот такой вот полностью разложенный, это 9 дюймов, 225 миллиметров. Вес 330 граммов. Положение фиксируется, то есть мы можем размер регулировать, поэтому он и указан на сайте, то есть 6-9 миллиметров, 9 дюймов. Вот. То есть, вот это вот максимальная длина. Вот. И с такими щелчками она фиксируется. То есть, мы когда довели полностью, здесь есть пружинка. И мы можем ее дощелкнуть. Вот. Дощелкнули, полностью закрыто. То есть, зафиксировано. Вот. Вот так это болтается. И зафиксировали. В принципе, и все, что я мог рассказать, я рассказал. Вложился так в кратенько. И, ну, давайте откроем еще полностью и разложим ее, чтобы было видно, как по одной ножке разложу. Аккуратненько. Вот так она щелкивается, отщелкивается. И вот так она выглядит теперь в таком полностью разложенном состоянии. Давайте сложим теперь. Качество действительно очень хорошее, мне очень нравится. Я не знаю, как на практике оно будет служить, но надеюсь, будет все хорошо, потому что действительно качество сборки очень качественное, ну, как по мне, насколько я могу судить эти вещи, то есть я не специфика, да, того, что и чем я увлекаюсь, поэтому вот как-то так. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!